Александр Грипич, представляющий Россию в прыжках в шестом. Александр, что-то не получилось в квалификации, что произошло? Ну, скорее всего, неправильное решение я принял. После того, как я прыгнул 5.40, мы внесли коррективы, поменял шест. Вот 5.40, если посмотреть, видно, что я сбил с, ну, на взлете. То есть шест мягкий получается. Отодвинули стойки подальше, перепрыгнул. На следующую высоту, ну, смотрю, состояние хорошее, шест двигается. Взял жесткий, но не следующий, а через один пропустил шест. Это как бы не первый раз, я уже делал так, и, ну, это приносило успех, в общем-то. Здесь все внес коррективы, такие же, как обычно на тот шест. Вот, ну, видимо, чемпионат мира, волнение, ветер, где-то подзажался, ну, в общем, тактика не сработала. Вы как-то по-особому готовились к этому чемпионату, или все как обычно, все как раньше? Ну, да, в общем-то, по-особенному. Я до этого чемпионата был 2 недели здесь, в Москве, на сборе, в Новогорске. Там, ну, отличная база, как бы все условия. Вот там и готовились. Александр, у вас большой международный опыт. Нравится ли вам здесь сектор в Москве и как уровень соревнований? Сектор очень понравился. Единственный недостаток сегодня – это ветер. Но с ним ничего нельзя было сделать. Все были в одинаковых условиях, все против ветра прыгали. Вот. Уровень достаточно высокий. Если люди, получается, 13 человек прыгнули 5.55 против ветра. Если бы ветра не было, я думаю, что пришлось бы прыгать выше. Какие планы дальше? Отдыхать. Теперь поеду домой, лечить ноги, восстанавливаться и готовиться к зиме. Домой-то куда? В Славянск на Кубани.